Итак, всем привет! Это мисс Шепард, и это по портал под номером 2. Итак, у нас тут камера, которая довольно-таки не в один прием решается. И пока мы будем думать, как мы это будем делать. Так, ну как бы шарики, ну не шарики, а наоборот, кубики. Нам он еще и турельки. Сейчас пойдем вниз, что уж тут. Так, нам намек дают, что нужно разгон брать здесь. Но дело в том, что чтобы туда попасть. Так, ладно, сейчас. Неисправно что-то. Так. Будем потихоньку решать. А как мы это будем решать, пока неизвестно. А, тут еще. А лестница есть. Блин, ну понятно, что так, но вопрос. Мы сейчас будем летать. Так, в общем, нужно за это время понять, куда нам лететь. При этом, ну, теоретически, ладно. Так, что нам нужно здесь? Непонятно, если честно. А это значит, что мы неправильно перенаправили. Луч. Будем искать дальше во время полета. Так. Так. Ну, летим. Не знаю пока зачем. Мы не долетели, что ли, даже? Да, тут не долетает. Так. Так, ну понятно, что нам туда попасть надо. Вопрос как? Угу. Причем вместе с кубом. Вместе. Так. Так, сначала надо как-то кубик перенаправить. Как будет лучше это сделать? Вот так, наверное. Да. Тут же ему разгону не надо, а нам нужно. Так, мы перенаправили его туда. Надеюсь. Он там есть. Угу. Блин, мы, в принципе, туда тоже можем попасть. Что-то у меня логика это просто так, допустим. Что мы с ним можем делать? А, вон, собственно. Ложи, пожалуйста. Я не пойму пока зачем, если честно. Что-то произошло, что не знаю. Так, ладно, нам еще по идее еще, тут еще, по-моему, где-то кубик был. Да, его надо забрать. Что, таким же образом? Да, таким же образом. Раньше мне казалось, это надо как-то по-другому делать. Ать. Да, блин. Сейчас. Дубль два. Стоять. Да что ж такое?
Надо чуть-чуть покривее встать, что ли, не знаю. Ну, допустим, мы его добыли. Что дальше-то? Нам нужно задействовать каким-то образом лазер. Вопрос как? Пока открытый. Потому что я реально не понимаю. Так. Так. Забраться туда. Как забраться туда? А вот здесь надо как-то перенаправить. Так, летучую тягу. Потому что здесь нету поверхности. И нам придется вместе с ним лететь. Блин, это жестко. Попробуем сначала его перенаправить. Так, вопрос куда? Так, шап. И выждать момент, когда он залетит. Да, блин, не видно ни хрена просто. Угу. Ну, сделали, допустим. Теперь нам туда попасть надо. Так. И дело в том, что я ориентируюсь плоховатенько. Допустим, допустим. Его нормально. Возьми, точнее, его нормально. Ага. Все как-то не так. Но я не могу понять, в чем дело. Если нам перенаправлять вот там, с той стороны, вот что, там есть вообще, нет? Я здесь залипла на долгое время. Там только вверху, как бы. Ладно, я посмотрю оттуда. Что там есть? Но... я здесь что-то вообще тоже не вижу. Тут только в потолке, но мы направлять в потолок вообще не можем никуда. Так. А то, что нам надо, оно вообще в жопе мира находится. Вопрос как? Вопрос как открыт? Я что-то вообще не припомню, как это делать. Даже в теории просто. Так.
как их переломить-то? Потому что один... Нет, ну ладно, я сейчас попробую перенаправиться опять туда, где мы были во втором случае. Господи, что творишься-то, а? А, ну да. Так, а чё он вон там вот у нас? А, еще одна, что ли? Ух ты ж, боже мой! Так, и отсюда, да, получается, надо вон туда перенаправить. А вы серьезно, да? Нет, я просто даже не заметила просто поначалу. Ну окей, давай. Попробуем. Но мне сначала туда попасть надо. Блин, как здесь это заумно делается? Так. Так, немножко скосило немножечко. А где эта фигня была, скажите? Бляха. Да блин, еще. Ну допустим, и чё? Я все равно не понимаю, что я делаю не так. То, что тут по сути получается еще. А, вон он, кстати, видно. Вот сижу, вижу. Понимаешь, чего-то не хватает. Причем реально не хватает. Так, а как мне его сбить? Или как к нему попасть? Это вот номер один, если честно. Как? И как его достать-то? Это как-то вот так лететь надо. Теории. Окей, попробуем. И как мне не забыть, что надо именно в квадрат целиться? Ладно, сейчас все будет. Вот я его и сбила, получается. Так, окей. Сбила я его. Теперь мне его нужно перенаправить. Так, перенаправить. А куда перенаправить? Ну, туда, да? Ну да, получается, туда. Отправляйся. Вместе со мной, по сути. Только мне сложнее, потому что у меня есть... Так. Вроде бы все, только теперь мне осталось понять, как мне туда попасть. Либо желательно этих турелей-то убрать. Сейчас, секундочку. Да твою мать! Извиняюсь. Теперь оставляю вот так вот. Так. Как же мне туда долететь? Ладно, снизу проще, наверное, как-то смотреть. А, ну тут... В принципе, все нормально с этим. Я думаю, будет по как-то... Но опять нужен разгон. И маленький квадрат. Главное не забыть. Разгон и маленький квадрат. Разгон и маленький квадрат.
Да, она умная, конечно, камера. Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Конечно, долго я решала, но хотя бы решила. Может, я в какой-то согласно момент... Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает. Конечно, долго я решала, но я решила. Потому что в какой-то момент, в общем, я хотела, как обычно, все за кадром делать. Так. Понятное дело, что нам нужно перенаправить лучи таким образом, чтобы задействовать вот эти вот все три. Понятное дело, что тут дыра должна быть. А вот где вторая дыра должна быть, вопрос на миллион, потому что... То, что у нас еще два кубика. Так. Но если у нас луч идет отсюда, то мы, в принципе, должны поставить... В принципе, получается, все в одну точку перенаправить, да? Ну, окей. Одна точка. Так, как мне посмотреть? Как мне посмотреть-то? А, ну тут, ну вот, получается. И тут осталось третий луч перенаправить, правильно. А вот с ним что-то прям беда. А, нет, в принципе, не беда. Раньше я здесь часы убивала, если честно. И мне вот это вот перенаправление, если честно, очень сильно помогло в том, как оно там называется, Tomb Raider, который последний, Shadows. Там была, ну, игра говно, но там есть неплохая такая гробница с перенаправлением лучей. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. И мне помогло именно перенаправление лучей именно из этой игры. Я почему-то именно вспомнила портал внезапно, и решение там сразу пришло само после собой. После следующего испытания тебя ждет сюрприз. Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Прекрасная вещь. Последний мешок. Я буду скучать по ним. Но в конечном итоге они просто занимали место. Так, понятно, что дело нам для чего-то нужна вот эта вот... фиговина. Нужна она, скорее всего, чтобы поймать... мячик, наверное. У меня внезапно... А, будильник. Ну да. Почему бы не в 4 вечера? Так. А, кнопка. А, нам надо еще до кнопки дойти. Каким-то образом долететь. А, ну не долететь тут же. Дойти. Да, когда начинаешь понимать механику, становится хорошо жить. А когда вот не понимаешь, так, он вот падает. И мимо причем. Поэтому надо стоять здесь, получается, чтобы его поймать. А как его поймать? Сейчас. Блин, это вот плохо. Когда их путаешь... Можешь на... Так.
теперь самой не промахнуться. Спасибо. Так. Что происходит? Кто выключил свет? Здорово, подруга! Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Я знаю, еще рано, но нам пора идти. Неторопливо подойди ко мне, и мы ее выключим. А если я не хочу, Уитли? Я хотела выполнить это задание. Ты серьезно, да? Я не хочу, Уитли, с тобой идти. Ну, блин, у меня выбора нет. Зараза ты, Уитли. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! 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 Давай, я закрываю двери! Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег. Мы в процессе побега, так что беги! Вкратце план на будущее такой. Мы остановим сборочную линию Фрелли, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное – беги! Давай, пошли. Сюда! Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Да, я в курсе. Почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А что? За кого она нас принимает? В общем, вкратце, у меня даже достижение есть. Если послушаться сейчас ее, она нас, короче, отравит. Ну, там есть достижения, чё. Так, Уитли. Оу! Давай, сюда, сюда! Так, а теперь ты куда? Серьезно, куда? А, вон ты, да? Здесь я, правильно. Все понимаю? Ты в порядке! Отлично! Вперед! Вперед! Сюда, сюда! Турели! Беги, беги, беги! Ну, почти. Ты в порядке! Отлично! Вперед! Блин, в теории, блин, я как-то могу его сбить. Сюда, сюда! Блин, ну нет, скорее всего придется просто пробежать. Турели! Беги, беги, беги! Выход там, мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс, быстрее! Скорее! Сюда! Что мне делать-то?
Я что-то не догоняю. Или просто надо было быстро пробежать. Я вообще не помню. Отлично, вперед! Я это место вообще сюда, не помню. Сюда, наверное, просто пробежать. Турели! Серьезно, опять это место? Беги, беги, беги! Выход там! Мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Встретимся на той стороне! Я этого лифта вообще не помню. Забавно. Угу. Интересно, интересно. Бег. Да. Отлично, у тебя получилось. За мной. У нас еще много работы. По крайней мере, тут она нас не достанет. А, что происходит? Ага. Окей, не двигайся. Так, хорошо. У меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой, и тут она нас не достанет. Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Темно тут, правда? Да. Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал, всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики и... Можешь чушь не нести, пожалуйста? Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Куда мне надо-то? Уитли. Наверх? Или как? Наверное, наверх. Попробуй перепрыгнуть. А. Понятно. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Фабрика. Осторожно, осторожно. Стой, осторожно. Да, я включу свет для тебя. И что мне делать с этим? Извиняюсь. Вниз? Серьезно, вниз? Так. Выглядит опасно. Я подержу свет. Отличная работа! Отличная! Только я знаю, если я ничего не буду делать, скорее всего, умру. Скорее, сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Умовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. И извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие таски. Тут нам надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Переберись куда? Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Могу.
Я же мастер портального перемещения. Вон там есть другая стена! Где? Вон там? Ну, окей. Ай, господи! Гениально. Что мне делать? Так. Блин, ну фонарик тут есть, извиняюсь за выражение. Ладно, проще сдохнуть, серьезно. Я и этого сделать не могу, да? Оригинально. Да. И получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Что ж мне везет, как утопленнику-то? Если честно, вот это самое нелюбимое место, потому что здесь... Начинается побег. Здесь, на производстве. Не понять, что делать, вот это вот начинается, если честно. Самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Можешь и светить, пожалуйста. Вонючие людишки. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Ну, допустим. А дальше-то что? А, ну... Там есть другая стена! Ну да, я в прошлый раз просто просрала... А как и сейчас, да? Что за говно-то, блин? Ой, господи. Сейчас все будет. Вот привычка мне с синими орудовать. Вот просто привычка и все. Ничего не могу с этим поделать. Лучшую работу присматривать за вонючими людишками. Да заткнись. О, извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Ты можешь добраться до той стены? Да, могу. Вон там есть другая стена. Наконец-то. Да, скажу тебе, люди. Я их так... люблю. У них такой фольклор красочный. Так, что мы тут делаем? Так. Что мне делать-то? Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу.
Увидимся внизу, удачи. Внизу? Ну, если не сдохну по пути, то, в принципе, увижусь. Так. По трубе, да? По трубе. Так, ну, в принципе, она у нас Супермен, поэтому так. Куда теперь? Куда теперь? Вопрос на миллион. Внизу. Внизу. Па-па-ра-па-па-па-па-па-па. Так. Что-то я реально не понимаю. Туда, что ли? Немножко переусердствовало, называется. Я, если честно, вообще не понимаю, нафига этот побег нужен был. Меня устраивали, в принципе, и тесты. Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Так. А куда мне прыгать в случае чего? Конвейер исправления турели не аттракцион, покиньте конвейер. Ща я только допрёт, куда мне вообще надо? Определенно не туда, наверное. Тут есть поломанная турелька. Спасибо. Да не за что пока. Я что. Не делай ремонт. Боги наказали Прометея за то, что он принес людям знания. Он был заточен в глубинах земли, и птицы клевали его. Можно, пожалуйста, без этих глюков ваших? Спасибо. Да пока не за что. Этого недостаточно. Ответ под нами. Спасибо. Да что ж такое-то? Так. Гениально, так. Так, я здесь, и чё? Я, по-моему, куда-то не туда иду. Или туда. Образец. Подклик. Я здесь постоянно теряюсь. Сколько бы я тут ни была,
Раз, я постоянно теряюсь. Образец. А, отлично, у тебя получилось. Прекрасно. За мной, тебе понравится. Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр турелей. Спасибо большое. Видишь там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Готово. Открыто. Отлично, достань эту турель. Отлично, должно сработать. Образец отсутствует, продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Хорошо, давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Есть идеи, есть идеи. Нет, меня тоже. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Ты еще думаешь или что происходит? Образец. Отклик. Эй, здорово! Ну, я попытался. Образец. Отклик. Тренер, будьте на поле. Образец. Так, отклик. Нам нужно... Так, план такой. Образец. Давай вместе. Отклик. Подумаем. Нам нужно взять... Образец. Поддельную турель. Ну, нам надо выйти отсюда. Я вообще что-то не помню. О, погоди! Образец. Я понял. А, нет, не понял. Ай, как же он дебил. Образец. Ладно. Дай мне еще один шанс. Образец. Отклик. Я не дефектный. Погода, что происходит? А? Образец. Отклик. Я как ну, давай. Образец. Отклик. Так. Образец. Отклик. О, у меня есть идея. Что если я притворюсь, что я тебя поймал, образец. Отдам ей, и она тебя убьет? А я смогу жить? Что ты об этом думаешь? Ты дебил. Образец. Отклик. Вот что я думаю. Так, как отсюда выйти теперь? Образец. Турели нет. Может, система сохраняет какой-то запасной образ? Образец. Отклик. А, ну, господи. Всем все плохо. Куда? О, у тебя отклик. Есть идея? Окей, хорошо, займи свои идеи, а потом возвращайся. Образец. Отклик. Так. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Ну, давай. Образец. Отклик. Прошу прощения, а что там происходит? Ты понимаешь, я тут крепко образец. Задумался. Отклик. Здорово. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Слава богу, ты спасной скоро приедешь. А куда мы идем? Просто поверь, я ничего не вижу. Задумался. Сейчас все будет. Образец. Отклик. Сейчас все будет. Образец. Отклик. Я не дефектный. А, что у тебя там? Отклик. Так, полежи. Образец. Ну, что такое? Я ничего не вижу. Образец. Что ты? О, супер, это супер! Образец принят. Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Ха-ха, классика. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Отклик. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Отклик. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Образец. Отклик. У меня это... Сложная дверь попалась. И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Конечно, Вытли. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Так.
приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Научные работы, типа. Всякие разные. Ладно, пойдем. Вулкан из колы. Да, это не картофельная батарея, скажем прямо. Хотя и не особенно оригинально. Определенно не оригинальное исследование даже по меркам детской науки. Детской науки? Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подбодрить. Есть, что ли? Не, ориентир — это самое слабое звено. Обычно. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так. Да, ну если слегка тронулся умом, если у него он был когда-то. Я знал, что мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Наверху. Наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Боюсь, что дверь заперта. И я не вижу способа ее взломать. Наверное... А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась. Пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина. Но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся. Для меня это не проблема. Так, и чё? Так. Можно было ожидать. Отметим галочкой. Компьютер. Есть эта коробка. Наверное, внутри какая-то... Так, опять я потерялась. Что делать-то? А. Ясно, в принципе. Так, а куда, как его направить? А, да, точно. Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Получилось. Уровень нейротоксина 0%. Да. Погоди. Внимание, уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. Мы можем приехать прямо к ней! Я не могу! А-а-а. Да-да-да. Так мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда! Я это делаю! Иди к ней! Я тебя найду!
Да-да-дам. Так, мы приехали. Куда приехали? Чё у нас тут? У нас же зелёная дверь. Так, понятно, что надо куда-то перемещаться. Я вижу вроде как, но я что-то не уверен, что мы не упадем куда-нибудь. Так. Чё? Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. Ты смеешься. Сменный модуль принят. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, уполномоченному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня, не отключай. Иди нажми ее. Не делай этого. Да, давай. Не трогай эту кнопку. Ты не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ты не квалифицированный. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Но у тебя есть нечто более важное. Палец, которым можно нажать кнопку. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила этот список. Я вела список всех твоих поступков. Вернее, я веду такой список, потому что ты продолжаешь делать... Безвыходная ситуация ликвидирована. Пожалуйста, вернитесь в отсек замены модуля. Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, хватит. Нет. Шикарный голос Гледис. Ух ты! Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! О-хо-хо-хо-хо! Вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу, сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван! Ха-ха! Только посмотри, какая ты маленькая отсюда! Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный!
Estos son nuestros super de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но хотел бы узнал. Ах да, лифт, извини, все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Ты ничего не сделал. Серьезно? Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Нет. Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что, правда? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю! Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь! Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? Смог бы дурак сделать так? Лотос! Лотос! Ну так, дураки, и начинают править вселенной. Ой. Падение. Ну что, как дела? Потому что я картофелина. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Раз мы так никуда не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не заняты, приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай. На случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Ой. Кажись, мы приземлились. Давай. Птички. Так. Ой, так. Теперь у нас канализация. Нас выбросило просто в самую жопень, и нам придется теперь подниматься снова вверх. Так. Так, здесь я не вижу никакого пока. Да.
Так. Допустим. Теперь сюда. Окей. Угу. Так, 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 так. Ходьбы у нас здесь просто отбавляй. Так, а куда теперь? Вообще без понятия. Так. Ладно. Ну, допустим. Да ё-моё, а? Как же ты туда встаёт? Меня уже саму. Так. Ну, здесь мы чём? Что мне так глючит-то? Ладно. Вообще что-то не понимаю. А, я еще. Нет, я не застряла. Ну и не понимаю, куда мне идти. Так, может быть, все-таки с этой позиции будет что-то понятно. Хотя ни хрена не понятно. И теперь с этого момента начинается такая немножко нетипичная для портала часть. Так, где мне еще стенку взять? Угу. Так, а теперь мы за стенкой. Что толку? Мы зашли, как бы, и чё? Я снова здесь, что ли? Ой, какая жесть. Я просто вообще не понимаю, куда мне идти надо. Так почти всегда происходит, когда я дохожу до этого места, но... Сейчас что-то как-то по-особенному кругами начинаю ходить. Все указывает, что нужно прийти сюда.
Но... Я как бы уже... А, ладно. Как понимаю, надо заканчивать на этом. Итак, с вами была мисс Шепард. До следующей серии. Всем пока.